У Могилеве открылся 22-й международный пленэр по живописи в образ Радзимы у выявленчем мастацтве. Выставочный проект у 1996 году начинался как белорусско-российский. Сегодня это престижный международный форум по живописи, который притягивает увагу майстров других держав. Про удельников и планы мастаков наш наступный материал. Творчий склад шматнациональный. 7 краин, 20 мастаков. Усе розные, але притримливаются у основном реалистичных традиций у мастацтве. Початок сьогоднішнього пленеру покладены. Частка мастаков працавала у России, у найпригажейшей сядзібе знакамітага мастака Василя Поленова. Яго живопізды и сами мястины стали сапраўдными крыніцами натхнення. Живопись очень вдохновляет и места вдохновляет. Поэтому, конечно, мы написали там много работ. Мы каждый день писали в одну-две работы. Красивые места поленовские. То есть то, что писал Поленов, мы практически ходили по его местам, намоленным. Там, ну, здорово просто. Там идешь, вот эти тропы, да, и они тебя просто... Ты понимаешь, что тут люди ходили, предшественники великие, да, и ты потом этими тропами идешь, и тебя, это, ну, так вот пытаешься проникнуть в ту эпоху, да, представить себя там, да, вот. Ну, то есть вот это все там сохранено, и это вдохновляет очень. Для сбору потребного материала на щедрой российской земле магчимостей было еще шмат. Гости наведали Ясную Поляну, Турусу, Серпухов, а зараз их чекают белынинские краевиды. 6 дней их просторы будут под пильной творчей увагой. На родиму великого мастака белынинских берули некоторые едут навод за особливым поветром. Очень-очень хотелось приехать после нашего жаркого Израиля. И все говорят, холодно, я говорю, и наконец-то вырвалась на воздух. 22-й пленэр, как известно, присвечены 145-летию со дня народжения белынинского берули. Майстер лиричного пейзажа покинул богатую спадщину своего бачення родимы. Ее образы у каждого мастака, конечно, свои, особистые, неповторные, але мета працы все ж таки одна – притягнуть погляды до соправного мастацтва. Убачить выник творчества мастаков пленеру можно будет 6 вересня. У этот день тут, у областный мастацкий музей имя Масленникова, запрацует выниковая выстава. Алеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона.